interesting, really, is that all the top players are vulnerable. Like I said last night, this will probably feel like a much better win to Mark than it would be, say, beating someone like me in the semis in some sort of way, because this is like, you know, these are the hard times for a top player in this particular tournament, you know. Okay, boys, for the time being, thanks as always. There you go, Ronnie, Jimmy. Think this one could go all the way. Any questions you got for the gang, use hashtag Home Nations. We'll find your comments on social media. I wonder what our commentators think. Let's find out and join them. Neil Foulds is alongside David Hendon. Ну что ж, начинается матч первого раунда. Марк Селби стартует на турнире Northern Ireland Open, и у него в соперниках опытный Эндрю Хиггинсон. Прекрасно знают друг друга соперники, сыграли 11 матчей, и 7 побед у Селби, 4 у Эндрю Хиггинсона. В принципе, неплохая статистика для Эндрю. Единственное, что довольно давно он не обыгрывал Марка. Последний раз это было на чемпионате мира по шестикратным в 2013 году. 5-4 счет того матча. Ну, а если брать такие полноценные, более привычные нам турниры, то в 2011 году на одном из этапов PTC... Да нет, прошу прощения, там Селби выиграл. Да, вот в 2010 году на одном из этапов PTC со счетом 4-0 выиграл Хиггинсон. Но все такие серьезные матчи выиграл все-таки Марк. И чаще всего выиграл с хорошим запасом. К самому борту дальнему поставил биток Селби. Определенные проблемы с тем, чтобы этот биток правильно укротить, испытывал Эндрю. Вот он в рубашке, но при этом верхняя пуговица, в отличие от большинства игроков, застегнута. Так сам немножко подтягивается, как будто бы это доставляет ему определенный дискомфорт. Но, естественно, играет так, как именно ему удобнее. Ждет нас, судя по всему, серьезный отрезок в начале фрейма, когда будут отыгрываться. Видна правая сторона у Эндрю. Марк в этом сезоне начал очень здорово. Первый же турнир European Masters остался за ним. На English Open вышел в полуфинал. В чемпионате лиги дошел до третьего группового раунда. Тоже, в общем, боролся за серьезные места. Ну и полуфинал турнира чемпионов. Атака Эндрю. Не упал бы биток. Он падает. И посмотрим, что здесь выберет Селби. Марк выбирает отыгрыш. Также по правой стороне. Ну, не очень-то доволен он ударом. Сразу понял, что биток пошел совсем не так, как он планировал, но очень удачно. От синего за желтый уходит биток. По-моему, удачно, давайте на всякий случай скажем. Ну, что-то видит, да. Какие-то красные Эндрю, не для атаки, конечно. Проводку-то вроде бы нашел, но несложный дальний удар ждет Марка Селби. Забивать левый красный он просто обязан. Дальше весь вопрос в выходе. Не забил Марк. Да, простил своего соперника. Понимал, что биток идет в красный. Ну, тут тоже, в общем, выхода не было, похоже. Не сделал его, точнее говоря, Марк.
Ну и для него обошлось. Тут как раз хорошо то, что белый шар остался у борта. Только отыгрыш у Хиггинсона. Но я думаю, болельщики Марка должны сейчас начать беспокоиться. Ладно, не вышел, было сложно. Но забивать-то. Так, по-прежнему в активе только 4 очка. Еще один перевод к черному борту. Вновь точно. Все исполнено. Вдали стола появляется опасный красный. Не удалось Эндрю наставить биток за черным. Падает красный шар, но выход на черный не делал Селби. Хотя, может быть, и не исключал, что красный упадет. И в итоге снукер за черный. Ну, далековато черный отошел. Но снукер все равно, наверное, получился. Похоже, что нет. Все-таки край группы виден Хиггинсону. Все менее тривиальной становится позиция. Желтого давно нет на своей отметке. И группа красных. Пока, быть может, вот именно такой большой компанией будет двигаться вдаль. Или нет? Ну да. У Хиггинсона красный в желтую лузу не падает. Но отыгрываться, уводя биток к черному борту, все сложнее. Да, серьезная борьба на старте этого матча. И в такой позиции кто... Найдет первый красный, получит отличную возможность повести со счетом 1-0. Это пока не атака. И вот тут уже очень плотно, да, аплодирует Хиггинсон. Очень плотно к черному борту ставит биток Селби. Тут проблемы серьезнейшие. Возможно, ключевую отыгрыш сделал Марк. Даже если рисковать и пытаться что-то забить, невероятно сложное. Все равно ничего не найдешь. Поэтому просто подкатывает группе из трех красных Эндрю Хиггинсон. Ну, надо смотреть. Тачинбола нет.
Черный определенные помехи создает, но теперь уже они не кажутся критическими. И биток чуть отошел от борта. В общем, Эндрю, возможно, даже подумывает об атаке. Не просто подумывай, да, он атаковал, но не забил. Что есть у Селби? На дальней половине ни один из красных не сыграешь. Это было бы поудобнее, наверное. Поэтому более сложный красный со средней дистанции в левый угол. Не забил Марк. Эти посторонние звуки, да? Кто-то чихает. Ну, не знаю, может быть, Десислава Божилова, который в качестве рефери обслуживает этот матч. Но не похоже. Ну что, относительно повезло Селби. Тоже такой хорошей, удобной атаки у Хиггинсона нет. 100% шара. Поэтому играет в желтую лузу. Не попадает. И нет флюка. Это тоже важно. Ну или все-таки у Эндрю какие-то проблемы со здоровьем. Простуда. Забил красный Марк, но пока пользы от этого немного. Выход-то не сделал. Еще отыграться нужно. Отыгрывается Марк. Похоже все это на снукер, но играть-то Хиггинсону по красному как раз. То важно, что атаки не дал. Да, замысловатый первый фрейм. Ну, что значит Селби, да? Резко, конечно, его игра сразу отличается от того, что мы видели в исполнении других фаворитов на этом турнире. Ну, оставит примерно здесь же. Биток Эндрю. Я так даже подумав, да, уже пораскинув мозгами, сравнив несколько вариантов, Селби отдал должное удару соперника. Что, может быть, к зеленой лузе, да, аккуратненько он перекатит биток. Ну, опять же, какие-то сложные резки, которые пока не очень-то получаются у Хиггинсона. Здесь... Вроде бы есть. Но думать надо именно об отыгрыше.
Забивает. Хиггинсон на сложные резкие, действительно трудовой красный. Ну и выход он пытался сделать на черный, так еще немножко подстраховываясь на всякий случай. Резки здесь не было у Хиггинсона, поэтому продолжается вот эта череда. Уже сколько этот фрейм продолжается? Пока только 6-1 в пользу Селби. Ну, к тому же 4 очка Селби получил после фола соперника. Забили пока только 3 красных. Как будто просто разбросали шары по столу. И у них не было каких-то своих позиций, да, только зеленый на своей отметке, все остальные отправились на прогулку. Биток удалось проконтролировать, оставить у борта. Ну и в такой сложной для отыгрыша именно позиции приходится очень долго подходить к выбору каждого удара. Возможно, это атака. Не забивает Эндрю. Позади затяжное начало фрейма. Ошибся в попытке забить сложный красный Эндрю Хиггинсон. Ну и вопрос, что есть у Марка. Все-таки есть игра в правую среднюю. С этим вариантом Хиггинсон, возможно, не считался. Марк забивает. Ну и здесь выход-то он сделал. На красный. На цветной, простите. Можно играть коричневый. Ну и дальше вновь мы должны увидеть весьма творческий подход к ведению серии. Уже этот красный тоже совсем непрост. Six. Ну а что с черным? Если он играется, то в принципе здесь более-менее комфортное расстояние между шарами, и можно сделать выход на красный, но Марк отказывается от этой идеи. Играет коричневый и выходит на тот же самый красный шар. Здесь даже два красных. Тот, который над розовым, тоже можно отправить в лузу. Ну, что там с отметкой самого розового? Она свободна. Пока не волнует Селби то, что розовый, если встанет на свою отметку, все-таки будет мешать сразу двум красным идти в лузы. Этой проблемой будет разбираться позже. Ну вот отсюда как раз, да, один из этой парочки бы игрался. 17.
Но зато наличие розового рядом с этими красными позволяет здесь проводить удары с комфортной дистанции. И все-таки розовые 6 очков стоит. Здесь уже преимущество будет расти гораздо быстрее. Изменит Марк позицию красных. Насколько удачно. Ну вот именно ближайший удар. Не очень приятный. Через шар. 24. Справился Селби. Ну 25. И выход все-таки состоялся. В какой-то момент появились в этом сомнения, что все будет хорошо. И вновь переход к дальним красным. Ну, к дальнему. Два других пока на не очень хороших позициях. Удалось немножко раздвинуть позицию как минимум одного. Серьезно улучшить, но играть зеленый неудобно. И Марк не забил. Ну что ж, сложная серия. Выход на красный, по сути, не делал. Ну или надеялся на то, что с левым красным что-то произойдет такое приятное. Ну и, соответственно, надеялась на то, что вот этот красный сыграет сам. Тоже непростое вступление у Эндрю, но и он справился. Начинается погоня. 37 очков было отставание. Ну, то, что Селби вроде как должен к столу вернуться, сомнений практически нет. Собрать все здесь будет сложно, и уже на первом цветном ошибается Эндрю. Вот то, что Хиггинсон теперь вернется, далеко не факт. Ну, один из красных на дальней половине стола в любом случае потребуется Селби. Самый явный вариант это, конечно, самый дальний, самый правый красный. Ну и сейчас будет выходить Селби на фреймбол. Больше понравился левый красный. 50 очков преимущества, 51 на столе. Играет в правый угол Селби. Хороший. Хороший шар забил. И первый фрейм за ним. Ну, тут важно, сколько будет после зеленого. 54 очка перевес, 43 на столе. Три снукера нужно Эндрю. 18. Хорошо бы еще вот этот красный забить Марку, и тогда уже точно. Будем ждать второго фрейма. Так и есть. Так, ну теперь-то все можно собрать, да? С красными разобрался Селби. Остался несложный. 21. Это так на заметку Хиггинсону. Какой шанс он упустил. Все-таки реальный. 22.
32. Ну и так уже разминается ближе к концовке фрейма Марк Селби. Игра на цветных, которые скорее вернулись на свои позиции. Ну, черный также в зоне доступа. Не факт, что в принципе его играть будет Марк. Да, даже не стал пытаться выходить. И 1-0. 85 очков у Селби, только 2 у Эндрю. Первый шаг вперед в этом матче делает именно Селби. Марк Селби впереди у Эндрю Хиггинсона. Смотрим быстро на другие столы, что там происходит. Лиан Вейнбо ведет у Стивена Хелворта 3-2. Грэм Дот и Игорь Фигереда 2-2. Долго играют. Саня Акань повел 1-0 у Джордана Брауна. Барри Хоукинс 1-0 у Алана Макмануса. Юань Си Цзюнь и Лу Хонхау пока только начали свой первый фрейм. Ну и 3-2 Доминик Дейл ведет у Марка Джойса. Тех, какие матчи еще закончились недавно. Ну, Джек Джонс со счетом 4-0 обыграл пана Цзюньсю. На сайте betboom.ru предлагаются следующие коэффициенты на победу в матче. Марк Селби 1.08, Эндрю Хиггинсон просто 8. Подробности на сайте betboom.ru в разделе «Спорт». Ну что ж, новый фрейм. Пока еще рано говорить, что проблемы у Эндрю те же, но, как мы видим, биток неподалеку от красных. Что здесь придумает Марк? Ну, ничего. В плане атаки. Вновь очень близко к черному борту ставит белый шар Марк Селби. От правого красного, от того, который правее черного. Возможно, есть отыгрыш у Хиггинсона. Да, именно сюда он и смотрит. И даже это была попытка забить, но без серьезной попытки выйти. То есть отыгрыш все-таки был первичен. Ну, такая интересная попытка. Все-таки хотел забить Хиггинсон, но не докатил довольно много. На тихом ударе еще против Ворса тут траектория была не совсем правильной. Селби надежен, казалось. Да, ну все вроде бы обходится. Для него повторное ударение с красным было лишним. Thank you.
очередной отыгрыш от Селби. Ну, надо сказать, что не только от Марка, да, зависит то, как протекают, в принципе, фреймы и конкретно первые удары в этих фреймах. Хиггинсон тоже в отыгрыш пока в целом неплох. И те задачки, которые ставит перед ним Селби, Эндрю решает. Ну, тут поаплодировал, здесь очень тонко нужно попадать в один из красных. Если нижний был виден, то тут и не так тонко, да, и хороший контроль битка от Эндрю Хиггинсона. Вроде бы здесь не все получилось у Марка. Но по-прежнему. Играть красные, рассчитывая на то, что можно сделать еще. И выход непросто. Если за желтым станет биток, то это будет не так опасно, но появляется на свободе белый шар, и у Селби есть резко в левую среднюю лузу. Так что это ошибка, и сделана она, по сути, да, при ударе, когда открыл все красные Хиггинсона. Они разошлись, и там можно было что-то найти, но для этого надо было сначала найти цветной, а это у Селби не получилось. Ну, не копия с точки зрения позиции первого фрейма. Это партия, но по смыслу все очень близко. Вновь одно очко одного, одно другого. Матч Мэтью Стивенсона должен был начинаться в 19:30, после того, как практически за час выиграл свой поединок. Один, показалось, что время пройдет много, но Селби и Хиггинсон играют совсем в другом темпе. Ничего не факт, что именно в 19:30 начнется третий матч на этом столе. Теперь интересно, что Селби придумает. В его исполнении все-таки очень редко мы видим атаки в, получается, безвыходных ситуациях. Нет, он обычно находит какие-то проводки и находит сложнейший отыгрыш и сейчас. Ну, если бы еще и за желтый, как Хиггинсон завел, было бы совсем здорово. А так Эндрю думает об атаке в левый угол. И отказаться от нее непросто. Но не попал. Биток не увел. Если что-то налево у Марка Селби. Ну вот, по-моему, самый верхний красный, да? Ну или один из двух верхних, который левее. Да-да-да. Он проходит. И вновь позиция кажется неплохой. Свободна отметка черного, на которую можно его вернуть. Ну, там, правда, еще вокруг него немножко расчистить нужно сукно, для того, чтобы этот черный игрался. Но перспективы открываются
Отличные. Да, и вновь в этой сложной позиционной борьбе Селби оказывается сильнее. Ну вот и черные можно сыграть, но тут от дальнего борта надо будет возвращать биток красным. Проводит белый шар мимо зеленого марк, и будет игра налево. 11. Но здесь нужен выход. По-моему, есть, да, уголок. Есть выход на черный, который проходит. Ну, тогда все хорошо. Чуть уже луза все-таки. Но все-таки не такой, да, как ну, относительно шара в русском бильярде. Кажется, луза. 19. Также на столе для русского. Какое уже у Селби терпение, да? Из раза в раз он вот эти головоломки не только для соперника, но и для себя самого организовывает на столе и успешно их решает. 28. В этом сезоне Марк, ну, как мы уже говорили, начал здорово. Выиграл первый же турнир. Два полуфинала. 36. Ну и, в принципе, относительно себя самого он достаточно серийен. У него 15 уже сотенных серий в этом сезоне. В прошлом было 49. Ну, больше, чем у Селби в сезоне 20-21 годов. Сенчери сделали только Аллен, Трамп и Робертсон. Три левши. Среди правшей Марк лучший. 44. Запланированный канон с красным. Есть продолжение, и неумолимо для Хиггинсона приближается к фреймболу Селби. Мы вспомнили о сотнях, но здесь с правыми красными надо будет разбираться как-то. Фреймбол играет Марк Селби. Синий шар. Шестьдесят три очка преимущества Марка. На столе 59. Пока только один снукер нужен Хиггинсону. Но это ненадолго. Ну вот, шаг в направлении сенчури брейка. Важный сделан. При выходе на черный подбивает красный Селби. И на него же выходит.
71. Ну, чтобы розовый оттуда убрать. Не в этот раз. Пока можно выходить на левый красный. Есть подбой последнего красного. Ну, тогда все совсем хорошо. Да, розовый было не убрать уже. И поэтому надо было подбивать так, чтобы красный игрался не в правую лузу. Ну, или какая-то совсем другая. Другое должно было быть расположение. Ну что, молодец, Селби. Отлично справился со всеми проблемами в этой позиции. И... если брать этот первый стол, то у нас наклевывается вторая сотня. Тут не очень чистенький выход получился, но вроде бы все нормально. Ах, не упал желтый. Ну, просто 2-0. Без. Сенчери лидирует Марк. Победитель матча Селби Хиггинсона сыграет с Лукасом Клекерсом, который накануне обыграл Чан Бинью со счетом 4-1. Ну, в этой же части сетки понятно, что Селби фаворит. Также здесь Янь Бинтао, который сыграет с Найджелом Бондом во втором круге. Барри Пинчес и Энтони Макгилл. Макгилл, напомним, вышел во второй раунд без игры. Ралли Парсонс сдал положительный тест на коронавирус. Ну и Зак Сарити и Джао Синтун. Сегодня они свои победы одержали. Ну, как-то даже на удивление, что ли, неплохо. У Марка в последнее время получается играть на турнирах Home Nations, English Open. Победа в прошлом году, полуфинал сейчас. Northern Ireland Open, два предыдущих сезона, полуфинал и четвертьфинал. Scottish Open. Пропустил несколько турниров Марк, но выиграл турнир в 2019 году, в прошлом сезоне. Ну и, наконец, Welsh Open в прошлом году, четвертьфинал. То есть вот эту вот первую часть турнира раз за разом он проходит без потерь. Где разные соперники попадаются. Кто-то сильнее играет, кто-то слабее. Но во втором, в третьем, в четвертом кругах это все-таки уже игроки, которые одержали по нескольку побед. Про Хиггинсона такого сказать, конечно, мы не можем. Но этот сезон неплохо он начал. Второй раунд European Masters, четвертый круг English Open. Что здесь? Хиггинсон вряд ли может быть доволен таким ударом. Единственное, что резко-то тут может быть и есть, но очень сложная. Поэтому
Поэтому Марк просто отыгрывается. Никуда не торопится. Да, еще одна ошибка от Эндрю, и она уже будет нести совсем более, уже совсем другие последствия, да, более серьезные. Видит атаку в левый угол Марк Селби. И тут уже не пришлось так долго изматывать соперника Селби, чтобы получить атаку. Ну, наверное, измотался Хиггинсон. В предыдущих двух фреймах очков толком так и не набрал при этом. Это что-то все-таки забил. Неплохая в этом матче результативность у Селби. В последних подходах именно ошибок при забитии красных или цветных не было. Если какие-то сомнения, то очень вовремя отказывался от атаки. Будет игра налево. Синего подбой красный не упал. Но здесь немножко повезло. Марку был близок к тому, чтобы потерять уже эту атаку. Но рисковал. Все обошлось. Розовый в правую среднюю. Есть продолжение. Розовый сыграл Селби. Дальше все зависит от того, куда он встанет. Но все-таки ниже своей отметки уходит туда, в гущу группы. Соответственно, у Марка есть продолжение в левый угол.
Ну вот интересно, да, в этом матче может быть 4-0. 4-0 мы видели в матче Дина и Дэна Шарава, но там действительно особой борьбы не получилось. Шарав рисковал, ошибался. Проиграл, Дин в итоге сотню сделал. Здесь ситуация немножко другая, да, тоже может быть 4-0, но в каждом фрейме для того, чтобы начать атаку, соперника Селби скорее заставлял допустить ошибку, да? Ну, вот у него опять розовый остается все-таки на столе. И опять чуть уже луза, но именно нужные поправки Селби делает и забивает без проблем. Приходится тянуться синий в желтую лузу. Такой трудовой шар. Ну, по ощущениям, в последнее время гораздо чаще стали играть. Именно так синий. Снукеристы. Возможно, это не только такие поверхностные впечатления, но и на самом деле так. Снукер, уровень игры в снукер растет из года в год. Вновь точен Селби, и вот этот уже поднадоевший немножко розовую лузу сейчас должен убрать. Такое резкое движение, нервное от Марка, недоволен своим ударом. Игра с Рестом направо точно есть. Налево. Возможно, нет. Сорок восемь очков уже у Марка. Продолжается брейк. Ну, тоже, наверное, да, мы можем говорить о том, что когда сыграет фреймбол, то после этого тут и сотня может получиться. Ну, важный розовый. И он остается на столе. Вот уже с Рестом не получилось забить у Марка Селби. И Эндрю Хиггинсон будет выполнять погоню. Так едва ли не швыряет туда Рест Марк. Ошибся Селби. И в довольно интересной для себя позиции начинает погоню Эндрю Хиггинсон. И есть первый красный. Ну вот с этой парочкой... Рядом с черным надо будет что-то придумать, надо будет, естественно, и нижний красный сыграть с четким выходом. Тут важно, чтобы, да,
дистанция между битком и красным была комфортной. Но это серьезный шанс, серьезный. В концовке второго фрейма тоже был похожий момент, но там сложная позиция, хотя Селби в итоге все собрал. Seven. Ну а тут... Все более реально. Главное не делать ошибок. В лузе розовый и нижний красный справа налево будет играть Эндрю. 19. Можно играть не очень сильно, уголок есть. 20. Точен Хиггинсон. Ну и пара, судя по всему, не идущая. С такого черного все можно исправить. Ну, наверное, все неплохо, да? Сейчас приглядимся уже после того, как черный вернется на стол. Да, возникают проблемы, судя по всему. Очень точная должна быть Десислава Божилова. Черный пот своей отметкой. Ну что, есть тут игра или нет? Ключевой момент в концовке этого фрейма. Хиггинсон играет. Упал красный. 28. Ну и всего 20 очков до Селби. На столе 35 плюс цветной. Ну какой выберет Хиггинсон? А розовый забить проще. Нужен выход. На не сильном ударе. Но опять же, вопрос, чтобы этот же розовый не мешал атаке. Поэтому поближе к борту пришлось катить. 34. Переход от черного к желтому, ну, это наработанный вариант. Нижний винт, один борт. Ну, совсем другого мы ждали от Эндрю Хиггинсона. 42. То ли винт не сработал, ну, то ли, не знаю, да, надеется забить отсюда. Уж точно не к борту хотел поставить. Да, и промахнулся Хиггинсон. Что неудивительно в целом. И этот же желтый будет играть Марк Селби. Ну, действительно, да. Черт, ну сколько раз мы видели, как игроки все-таки на хорошем нижнем винте поднимают к желтому биток, а тут смазал удар Эндрю. 6 очков перевес Марка. Я сказал, что он будет играть этот желтый, но все-таки практически на одной линии. Биток и желтый шар. И не стал Марк атаковать. Снукер также не поставил. И начинается борьба на желтом. Ну, такого мы тоже еще не видели в этом матче, так что посмотрим. Хорошо отыгрался Эндрю.
Игорь Фигередо тем временем обыграл Грэма Дот. Такая небольшая, но неожиданность. Ну что, плохо сыграл Селби? Плохо, и оказалось, что действительно здорово, слишком даже близко для соперника к борту поставил желтый шар Эндрю Хиггинса. Ну вот у него вновь проблема не просто осуществить переход к зеленому на такой резкий. И играть придется, ну, все-таки не с дальней теперь, а со средней дистанции. Two. Ну, все-таки вариант более реальный, чем на желтом. Куда более реальный. Ну, как много промахнулся Эндрю, как он разочарован, и этот зеленый будет играть Селби. Ну, вновь что-то похожее на кик, возможно, да, то есть нечисто попал по битку, нервы, ну, хочется, да, вот 0-2, и опять мы вспоминаем то, что нам говорил Джимми Уайт перед началом сегодняшнего игрового дня в студии, когда против фаворита ты получаешь 0-2, то спасти практически нереально, да, и даже получив какой-то шанс, мы видим, Хиггинсон не справился. Seven. Не справился. Причем Селби ему не один, а даже два шанса дал в концовке. Ну, тут уж все, фреймбол играет Марк. Синий в лузе. 3-0. Пауф. Да, 3-0. В какой-то момент показалось, что уже Селби подарил сопернику этот фрейм, но на самом деле все случилось наоборот. Вернул. Не принял этот подарок Эндрю. А 3-0 у Марка Селби против Эндрю Хиггинсона. Дело также пахнет крупной победой. Но мог сам себе осложнение придумать Марк. Хиггинсон шансом не воспользовался. Ну и начальный удар от Эндрю. Видно, да, как он недоволен собой. Ну, раз уж вышел, раз уж играешь, конечно, надо быть готовым к тому, что Селби предлагает. И если уж можно что-то забрать, надо это делать. Не получилось. Но теперь задача, конечно, невероятно сложная. Выиграть 4 фрейма подряд. Каким путем идти, да? Вот сейчас опять отыгрывается Селби. Если получится, у него отыгрыш. Сам-то Хиггинсон хорошо отыгрался. Ну, где-то везет Селби, да, уходит биток вдаль. Ну, в общем, вот бросаться, да, рисковать, то есть делать какие-то такие порывистые действия, то есть принимать, точнее, порывистые решения. Это все в конкретном фрейме может пойти во вред. Но, с другой стороны, может быть, один раз попадешь, и что-то изменится хотя бы в дебюте. Серьезного перевеса Хиггинсон пока у нас не получал во фрейме. Вот здесь хороший дальний удар от Эндрю. Есть выход на черный. Есть несколько красных неподалеку. Ну, сейчас, да. Не забыть забить и сделать выход. Такой коварный удар. Красный, конечно, создает помехи. Ну, с выходом есть вопросы. Если проходит в правую среднюю, то это отличный вариант. Да, проходит. Забивает Хиггинсон. Есть розовый. Падает. Розовый уходит вниз группы.
Ну, угол можно было бы поинтереснее получить, а здесь давайте смотреть, пойдет ли на подбой. Уже сейчас Хиггинсон пошел. Черный забил. Ну, в принципе, все неплохо, да, если розовый не мешает играть в левый угол. Есть что-то в среднюю, судя по всему. В левую среднюю, да. Ну что ж, сам себе хорошую позицию создал Хиггинсон, или, может быть, небольшая помарка в выходе привела как раз к тому, что ну, синий не забивает Эндрю. Да, ну, резко была не самый приятный. На общем плане, да, когда мы с привычной камеры смотрели на позицию, по-другому можно было оценить саму сложность удара. Но все равно. Ну, торопливо играл, торопливо в этом подходе играл Хиггинсон. Раздражен был своей неудачей в предыдущем фрейме. Но сейчас Марк, он как раз свою, может быть, да, неудачу помнит. И он торопиться не будет. Ему надо просто, возможно, в одном подходе забрать этот фрейм себе. Что-то похожее было в предыдущем матче. Да, ну вот у Эндрю 2 очка в первом фрейме, одно. Во втором, ну, 44 все-таки взял. В предыдущем он до победы не довел. 13. У Селби пока только один брейк выше 50 очков. 93 во втором фрейме. Тогда едва дело до сотни не дошло. Можно было бы и повыше поднять биток. Это важный момент. Если есть угол, то минимальный. Лишь... чуть-чуть можно приблизить биток красным. Ну, для правши достаточно удобно играть справа налево. 26. 27. Что с красными над розовым? Возможно, самый правый из них, ну, тот, что повыше, слева направо может играться. На этом плане непонятно до конца, но вот уже меняет позицию Марк. И единственный реальный вариант – это вот правый красный. Можно ли как-то со страховкой его сыграть? Черный создает помехи. Промахнулся Селби. Но страховка в том, что он биток вдаль уводил. И повторное соударение, оно как раз здесь оказалось весьма полезным для Марка. 10 очков перевеса только нашел в этой атаке Селби. Вот борьба на 6 красных. Есть чемпионат мира по 6 красным. Турнир, который не все топ-игроки жалуют. Ну, Селби, впрочем, становился чемпионом этого турнира.
Хиггинсон одновременно и забить пытался, и биток самому борту водил. В принципе, получился очень даже неплохой отыгрыш. Не будет подводить к опасному нижнему красному биток Марк от левого борта. Но это не то. Тут, конечно, очень серьезно нужно постараться в эндре, чтобы к этому... Ну, все-таки не через весь стол, да, вот так можно. Ну, тогда ладно. Не получилось, да. Ну, хороший отыгрыш Хиггинсона приводит к тому, что он возвращается в атаку. Когда красных уже не так много, когда, правда, он уже отстает. Но, опять же, здесь вполне реально одной серии все исправить. И вот эти красные над розовым пока... кажутся главной проблемой. Но вот синий похожий на тот, в котором он ошибся. На этот раз все хорошо. И даже очень удачно поставил на красный биток. С нужным уголком. Seven. Ну, также эти красные рядом с розовым можно отодвинуть от него, забив этот розовый. Да? Вот сейчас этот вариант, по-моему, как основной рассматривает Хиггинсон, да, выходит на розовый. Ну и идея-то в том, что должна быть в любом случае игра в левый угол, на третьем красном. Хороший удар. Хиггинсон впереди. И прямой путь к победе во фрейме для него открыт. Ну, вот немножко не на ту сторону. Более серьезной будет дистанция удара на последнем красном. Именно сейчас все и решается в этом фрейме. 31. Ну, на этот раз справился Эндрю, и ну, где-то ему повезло, да, не мешает розовой черному отправиться в лузу. Забил, ну и в этот раз сделал все-таки выход на желтый, то, что не получилось в предыдущем фрейме. 39. И здесь справился, и выход на зеленый тоже сделал. Играть от борта, фреймбол, но... Да нет, это уже не фреймбол, да, фреймбол сыгран. Но зеленый не забил, и Селби... Селби считает очки, ему нужно два снукера.
все перепроверяет. Марк, ну, 6 очков отставания. В теории один снукер на розовом. Возможно, он именно на этот вариант сейчас пойдет. Розовый неподалеку от черного. У борта зеленый забить несложно. Ну и вот самое интересное в этой части. Да, редко, когда, конечно, удается поставить действительно хороший снукер на розовом. Но тут шансы очевидны. На то, что в принципе будет снукер. Биток выкатывается из-за черного, и розовый виден Хиггинсону. И дальше, конечно, сложнее будет Марку. Вновь там куда-то падает. Рест, который ему сегодня плохой помощник. Ну, будет стараться розовый подкатить каждый раз к лузе. Хиггинсон тем самым максимально усложняя задачу Марку. Что-то на перерезке здесь, наверное, есть у Селби. Поборется, да? Может быть, в порыве тоже хочется все это прекратить и закончить фрейм, начать новый. Шансы-то на победу в матче в целом у Селби по-прежнему в разы выше. Вновь Хиггинсон, в принципе, недалек от того, чтобы забить. И вновь на перерезке играет Селби, делая так, что прямым ударом не сыграть Эндрю. Ну, тут уже Хиггинсон должен все заканчивать. А розовые лузы. Выход ему не нужен. Играет еще не сильно. Забить не получилось. Но относительно предыдущих ударов вновь розовый сравнительно недалеко от черного. Но это сравнительно, да, что здесь Селби может придумать. Как-то сделать так, чтобы биток ушел за черный, а розовый от губок поднялся вверх. Возможно такое? У меня здесь другая идея. Ну, вот это похоже на то, что розовый может упасть. Нет, 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 нет. Все-таки вновь. Не повезло Хиггинсону. Ну, Марк, возможно, уже жалеет, что отказался от попыток поставить первый снукер на коричневом, например. Да, или зеленый от луза отгонять. Ну, в общем, найти хотя бы один хороший снукер было бы проще. Вновь розовый будет у лузы, но, возможно, у левого борта. Да нет. Да, главное было, чтобы биток вслед за розовым не упал.
выигрывает свой первый фрейм в этом матче. Эндрю Хиггинсон, и у нас 3-1. Предлагаются следующие коэффициенты на победу в матче. Марк Селби 1.02, Эндрю Хиггинсон 19. Подробности на сайте betboom.ru в разделе «Спорт». Ну, вспоминаем мы, как концовку фрейма выиграл Эндрю. Ошибся на зеленом в итоге, да? Ну и желтый фреймбол был непростым. Хотя фреймбол еще до этого сыграл. Ну, запутались, по-моему, игроки. Кому из них начинать? Фреймы все-таки достаточно долгие. Вот начальный удар от Селби. Марк забивает сложный красный, играл со страховкой, ничего Хиггинсону не оставлял и при этом сделал выход на черный. Хорошее вступление. Пока получается и продолжение. Можно оставаться на черном. 17. С учетом дальнего красного еще три точно есть у Марка. Посмотрим, по какому пути пойдет. Не исключено, что подбивать группу будет еще до того, как выйдет на дальний красный. Идет по максимальному брейку. Так, с Нилом они очень тепло приветствовали успех Джона Хиггинса на турнире чемпионата лиги. Тогда сделал свой максимум Джон. Наблюдали, болели. Хиггинс их не видел, но была пауза. Они смотрели на маленьком экранчике в камеру, на камере оператора. И потом так покричали так, что Джон, по сути, в соседнем зале услышал. Ну, ходит Марк с максимального графика. Лучшая серия на турнире у Курта Мафлина. 135 очков вчера он набрал в матче против Фрейзера Патрика.
По 133 было у Марка Уильямса и Чана Бинью. Все остальные серии меньше 130 очков. Возвращается Селби к черному, но что здесь с углом, да? Нормально не подобьешь привычным ударом. Надо что-то выдумывать. Так вот от борта мог получиться выход на дальний красный. 47 очков перевес Селби. Перевес хороший. Но на столе еще много. А красный проходит, между прочим. Лучше бы для Марка было, чтобы пораньше остановился биток. Точен Селби. Но без выхода на этот раз. 7 очков. Да, ну не попал. Попал в край битка Селби и не получил его под свой контроль. И Эндрю Хиггинсон просит вернуть позицию. Не часто, да, именно такие позиции возвращаются. Ну, можно посмотреть стоп-кадр. Сейчас Селби попробовал подобраться именно к краю битка, но ничего там такого хорошего не было. Кажется, да, что он чуть левее должен быть, видите? Заказал на всякий случай именно черный шар Селби. На этот раз был аккуратнее. Ну, снукеры, слава богу, не нужны. Касание бортов и прочие излишества в виде правил. Вот отыгрыша. Сделал, может быть, отыгрыш менее замысловатым Селби, но, в принципе-то, у Хиггинсона в любом случае ничего здесь не было. Сам Эндрю уводит биток вдаль. И от группы надо отыгрываться Марку. Чтобы лишний раз ее не раскрывать, по левой стороне отыгрывается Марк Селби. И еще один фол. Свободного шара не будет. Вроде бы все это не такие серьезные потери. 7 очков, затем 4, но в сумме-то уже 11. И догонять, если придется, Хиггинсону будет проще. Yeah,
Нет, все-таки свободный шар. Вот это да. Ни один из красных не виден в полную резку после фола. Да, ну действительно, розовый здесь мешает увидеть даже самый левый красный, получается. Первый выход уже не самый удачный. Тем не менее, с него можно достать красные. С коричневого. Но пяток уходит к черному. Дальнейшего продолжения нет. Еще один неплохой отыгрыш от Эндрю. Но обычно поувереннее перевода к черному борту выполняет Селби. Здесь биток остался неподалеку от красных. Но играть все равно нечего. Ну, сейчас давление оказывает на соперника Хиггинсон. Хотя сейчас пытается, наверное, забить в зеленую лузу. Да, и забивает. Вновь скользь по красным пошел биток. Нельзя исключать, что игра направо есть. Да-да-да. Немножко на перерезке, но как раз то, что нужно. Единственное, постоянно серьезное расстояние между битком и черным. Тяжелее биток контролировать. Тяжелее черный забивать. Ну, дальше, возможно, ничего менять уже. Позиции красных Хиггинсу не нужно. Какие-то изменения будут, они неизбежны. Хотя здесь все-таки провел. Мимо группы. Ну что, если такой фрейм упустит Селби, это будет уже... серьезным звонком. Тише было уже нельзя играть просто. Но выход сделал Хиггинсон, все в порядке. Но... Но. Вот чуть сильнее, и биток бы поднялся все-таки выше. И угол на черном был бы более приятным. Но в любом случае, такой черный с точки, конечно, забивать надо было. И уже потуший взгляд. Потуший взгляд у Эндрю Хиггинсона после своей ошибки. Марк Селби. Получает ту возможность, которой могло и не быть. Завершить все здесь и сейчас. Ну, не справляется Марк. Выход не делает. И опять проблемы именно при игре с рестом. Уже не первый раз в этом матче у Марка. Интересно, спросит его об этом в студии или нет. Ну, спросит только, если победу одержит в итоге. Перевес 17 очков.
выходил-то от правого борта все-таки на тот красный, что рядом с розовым. Попытался Селби забить, и такой красный тоже не получилось. И на столе у нас три красных, все далеко друг от друга. Еще одна замысловатая концовка фрейма может получиться, но проще позиция кажется, с учетом того, что все цветные, абсолютно все на своих отметках. Дабл. Вот Эндрю. Не попал. Так, сережку в ухо, бандану на голову. Будет, мне кажется, Эндрю похож на героя какого-нибудь пиратского фильма. Ну, Селби, кстати, тоже мог бы, да, в таком фильме сняться. Только, наверное, в роли какого-то благородного героя. Ошибся Марк, не забил красный на сложный резкий и вновь отдает позицию Хиггинсу. Ну, да, тут важный момент, да, что не Хиггинсу, а Хиггинсону. Который нет-нет, да и помогает. Нехотя упал красный. No. Второй раз ошибаться на похожем черном не будет. Хиггинсон вышел на последний красный, посмотрел на табло. 16. Ну, сейчас счет должен сравняться. Сравнялся бы, если бы забил. Эндрю еще и биток угодил в черный. Там сложно сказать, получался бы выход или нет. Но в любом случае, конечно, на таких красных, в такой концовке опять Хиггинсон дал маху. Ну, неужели и здесь его простит Селби? Туда, поближе к зеленому. Зеленый мешает увидеть красный шар. Но снукер в полном смысле этого слова, наверное, не получился. Тем не менее, отыгрываться непросто. Натворил дел. Эндрю 4 очка получает. Марк. Вообще удивило то, что он без винта, да, не был здесь. Элемент обводящего удара. Не стал возвращать позицию Селби. Там сразу три цветных. За них можно поставить снукер, что Марк и постарался сделать. Здесь уже более замысловатый удар от левого борта с винтом, потому что желтый мешает. Еще раз промахнулся Хиггинсон, и здесь точно будет свободный шар.
Axel before. Prego. Ну, биток стал едва ли не там, где и находился. Да, Селби все-таки просит вернуть предыдущую позицию. Там биток был поближе к борту, сложнее его контролировать. Да. Позиция та же. Будет ли схема удара той же? Там еще и луза создает помехи. Другой вариант выбирает Эндрю. И тут фол уже 6 очков. И ведь надо еще не просто попасть, да, но и не отдать. Ну, на самом деле, к попаданию это очень близок был Эндрю. Даже избыток своеобразной техники здесь случился. Раз в лоб биток не упал, ну и в принципе отыграться скорее получилось. Селби бросаться на такой красный вряд ли будет. Перевес 15 очков. Да, Селби вновь ушел вперед, но все это не так много, опять же, в такой позиции, где на столе 35 и где все цветные остаются доступными. Селби атакует. Ну и дальше надо пытаться забить синий в левую среднюю. Ну, если играть синий, то надо и на желтый выходить. Но тогда забивать обязательно. Поэтому Марку, похоже, больше нравится идея со снукером. Он его ставит, ну и попутно убирает синий на плохую позицию. Это, в общем, игра в стиле Марка. На двух бортов будет искать попадание в желтый Эндрю Хиггинсон. Попадание нашел. Ну, здесь, на счастье, Эндрю розовый создает помехи. Это не значит, что откажется от идеи забить такой желтый Марк Селби, но сделать это будет сложнее. Забил и вышел на зеленый. Марк. И коричневый будет для него фреймболом. А точнее говоря, матчболом. Nine. Преимущество 25, на столе 18, строго говоря. Эндрю нужно два снукера на синем, но надо, чтобы Марк его не забил. Но он не забил. Так что у нас что-то похожее на концовку предыдущего фрейма. Сейчас будет попытки уже в максимально критической ситуации найти вот эти недостающие очки от Эндрю Хиггинсона. Интересная попытка. Здесь и розовый помощник, ну и черный. Едва не скрылся за ним биток. Тем не менее, синий шар
видит Селби и даже может его попробовать забить. Забить не получилось. Очень сложно, да, поставить биток за черный, но если вдруг получится. Падает флюк, что не на руку Эндрю. Теперь нужно искать два снукера на розовом. Мы видели, что ни одного в похожей ситуации не сумел поставить Селби. Попытка интересная, во всяком случае, схема такая, которая имела место на успех. Может быть, не против Эндрю, чтобы изменилась позиция черного, но она становится только хуже для него. Ну вот, кстати, забивает розовый Марк Селби, и на этом матч заканчивается. 4-1, Селби выходит во второй раунд Northern Ireland Open, и дальше его ждет...